Далее коротко о других событиях этого дня в нашей постоянной рубрике «Дайджест». Сборная юных волейболистов «Кунгура» примет участие во всероссийских соревнованиях. Первенство страны состоится уже в середине декабря. Путевку на соревнования такого масштаба ребята заслужили благодаря серебряной награде на первенстве региона, которую завоевали в минувшие выходные. В борьбе за первое место воспитанники Станислава и Юрия Садовских уступили лишь волейболистам из ОСЫ. Но это не стало препятствием для их участия во всероссийской игре. Таких высот наши земляки добились впервые. Отправиться на нее сборная юношей «Кунгура» в возрасте 11-12 лет совсем скоро. Первенство страны пройдет с 14 по 24 декабря в Нижнем Новгороде. Одно из самых долгожданных кунгуриками событий современности – открытие кинотеатра в микрорайоне Нагорный состоится уже в это воскресенье 26 ноября. Первый мультсеанс зрителей ждет уже в 9 часов 50 минут. Далее запланирован показ новинок кино. Фильмы «Детки на прокат», «Последний богатырь», «Лига справедливости» и «Здравствуй, папа, Новый год 2». Приобрести билеты можно в кассе Центра досуга Нагорный. Важно отметить, что открытие современного кинотеатра в микрорайоне Нагорный позволит кунгурикам смотреть премьеры фильмов в один день со всей страной. А жемчужину города, Кунгурскую ледяную пещеру, в грядущие выходные ждет тотальная уборка. На экологическую акцию «Чистая ледяная», которая проводится уже не первый год, съедутся более 60 волонтеров со всей России. Они будут прибирать пещеру в течение 2 дней с субботы по воскресенье. За ходом работы экологической акции может понаблюдать каждый, став экскурсантом Кунгурской ледяной 25 и 26 ноября. В Кунгуре пройдет бесплатный семинар под названием «Налогообложение субъектов малого предпринимательства. Обзор изменений. Практика изменения». Проведет обучение для субъектов малого и среднего предпринимательства консультант по налогам и сборам, сертифицированный бухгалтер, руководитель налоговой практики и директор учебно-методического центра «Базис» Петр Захарченко. Семинар будет посвящен изменениям налогового и административного законодательства, а также положениям по ведению бухучета. Участие могут принять как начинающие, так и практикующие бухгалтеры и руководители, собственники бизнеса. Состоится бесплатное обучение уже завтра, 23 ноября, в 10 часов по адресу улица Советская, 26, на третьем этаже здания бизнес-центра в конференц-зале.